Впервые в рамках филармонического абонемента «Мир танца» в Большом зале Ленинского мемориала выступил государственный ансамбль песни и танца «Волга» – гордость Ульяновской области. Статус государственного, а с ним и второе дыхание, ансамбль получил в 2015 году. Вот уже 40 лет его бессменным художественным руководителем является заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Ионов, а балетмейстером Наталья Ионова. Интересность концерта не только в том, что у нас будут или не будут новые номера. Качество их исполнения, конечно, оно уже не то, что было хотя бы 2-3 года назад. Профессионализм и балетного состава, и певческого состава, конечно, стал разнообразнее. И мы пытались как бы создать целостную программу, которая даже не будет объявляться. Один номер будет выходить из другого. Ну и закончим мы, конечно, нашей традиционной «Калинкой». Четвертый год в состав коллектива входит не только хореографическая группа, но и оркестр русских народных инструментов, который возглавляет Владимир Каженцев, а также солисты, заслуженный работник культуры Ульяновской области Владимир Самарев, лауреат международных конкурсов Денис Володин и Венера Косович. Ансамбль представляет культуру Ульяновского края, Поволжья, России, знакомя с богатым культурным наследием нашего региона и всей страны. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.